Опять всем привет, мои дорогие. Хочу начать свой небольшой рассказ вот с такого прекрасного вида на реку Тибр, которая находится в центре Рима. Итальянцы ее называют Тевере. Посмотрите, какая красота. Люди гуляют, там есть специальная дорожка пешеходная. Сегодня хочу рассказать о том, как родители отмечают дни рождения своих детей в Италии. Все очень цивилизованно, нету этих сумасшедших столов, как обычно делают у нас. Ну, что могу сказать? У них есть специальные площадки, которые родители арендуют. Вот наподобие вот такого. Вот видите, есть тут столики, тенды накрытые, вот специальные игровые. Ну вот джампинг, вот это, знаете, где прыгают на батуте. Затем теннисные столы, где играют маленький теннис. Ну, и вызывают деток. Вызывают деток, и детки играют. Организуется небольшой стол с закусками и тортиком. Ну, это длится 2-3 часа, детки между собой общаются. И вот так вот проходит у них в спокойной атмосфере. Без возни, и как раз эти площадки, они находятся, вы сами видите, в каком месте классном, возле реки. Ну, в общем, хочу сказать, что все продумано, знаете, вот все красиво продумано, все сделано для детей, родители не суетятся. Очень мне нравится все это, знаете, потому что обычно у нас, как оно там, 3 дня делаешь столы, дети придут, там часик покушают, ты потом уже никакая, ничего не хочешь. Вот и все, день рождения. Территория достаточно большая, здесь проводят также различные конкурсы. Видите, там сейчас проходит бейсбол, дети могут присоединиться, кто хочет. Все чистенько, цветочки, все очень культурно. Вот так детки играют, развлекаются, видите. Все. Вот такое вот там большое, маленький теннис тоже организовано. На той же стороне, вот оно, и видите, стол там накрыт, закуски, сладости, пиццы маленькие, сладкая водичка. Все чистенько, искусственное вот такое вот покрытие зеленое. Дети приятно проводят время, развлекаются. Ну и именинник, конечно, доволен и счастлив. Что еще деткам нужно? Я считаю, что это очень правильное, рациональное использование времени и денег. И вообще, все очень-очень умно сделано, как говорится, с умом. Ну все, в принципе, все. Сейчас вам покажу еще немножко реку. Вот она, река Тибр, которая практически проходит через пол Италии. Она не река, не очень широкая, но такая достаточно. Для реки, ну, вода, я вам скажу, естественно, мутная, но тем не менее, очень красиво, видите, красивое место. Выбрали очень удачно, вот именно, чтобы отмечать день рождения, праздники, особенно для деток, очень удачно, такое зеленое, чистое, красивое место. Здесь же есть и туалеты, видите, чистенькие. Так что детки могут сбегать в туалет, и взрослые тоже. И вот так вот, мои дорогие. Все красиво.